Нет, у нас Доти ДЦ. Доти ДЦ. А он еще идет мозг на 130 тысяч. Где? Пацаны, я сейчас талик одену 200 набью. Так, липаю. Дайте фласку, пожалуйста, ШП квадропедра, куплю за сотку голды. Бафы все проверяйте, кому что не хватает, пишите в чат, и бам, начинать. Парни, а у кого что интересного произошло за день? Баска была, я напился и спать пошел, сейчас проснулся. Можно назвать чем-то интересным? Каску дайте порогам. А в церкви кто-то был? Нет. А ты был? Нет. Мне показалось, в цекле я такой, чё за чё? Поклонский. Поклонский. Вуди и Макгрегор, чё вам не хватает? А, да не всё хватает. Всё хватает. Ещё раз, третья группа слева, четвёртая справа. Пока Поклонского нету. Летаем. Ты сказал Джеррину, в какой портал заходить? Вот сейчас говорю, only time, твой, слушайте внимательно. Джерриан, Димон, ты тут? Ну, да. Смотрите, первый портал, only time в ногах, слева. Дальше пойдет отчет. Кригер, второй слева, потом Шеннон, третий посередине, Аюр, четвертый, и Димон, Джерриан, твой пятый, самый последний. На с какой стороны? Это слева, третья группа. Теперь четвертая группа справа. Вуди Аллен, твой второй портал, потому что первый был в ногах, понял? Твой второй портал справа, третий Conscurate, Дотти, твой четвертый, Дудутипка там чуть подальше, и Квадропедра самый дальний, последний, мой посередине будет. Маленько изменилось, ничего страшного. Последний чек и будем начинать. Поклонский, ты тут? Тебя тут ждем. Ставь лук на себя. Смени, Поклонский, смени меня, поставь. Да. Давай прибежим, я уберу ее. Брус специально поставил. Да, все, давайте побежали, пойдемте, у нас весь рейд готов. Не стойте нафиг, кажете. Поставь лут. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев. Не, лут, все нормально. Не агрите уже много не надо, стоим все тут в квадратике. Все как обычно. Точечно кружок. Только точечно. Затопот по команде не надо. Пока не давай. Танки. Белфир. Здрасте. Тебе не бейте, не бейте. Все танки. Успели. Да, трэш всегда под сарай убить. Очень важно. Агрите по собой лужу. Среди его перед рейдом кровь. Войд. Сагри. Отлично. Два хила и ДЦ? Пойдет. Окей. Кружок. Жизнь подающих хил. Так я прощай говорю. Так, конспирит. Бэрэй его. Вставай. Ну, блядь. Реакция, блядь, пиздец, мангуста. Чё это было, нахуй? В рейде взорвался. Да, убил 4 прощупка, слушай, Бэрэй не трогай. Падайте. Подходите все в центр, подходите в центр все и бейте моба. Заливайте мобов на ачиву, блядь. Это было? Вы, блять, пиздец, у вас 3 танка, не можете 3 мобов удержать. Вы просто говорите, кто агрит. Конечно. Там заранее, там, этот мой, вот так говорите. Говорите. Чего вы стесняетесь? Чтобы вы все вместе не юзали там таунт первого. Славик первого забирает, Макгрегора второго там хваткой притягивает, все четенько. Поклонский точечно третьего. Говорите, не стесняйтесь. Слава там, анонсируй на первой фазе.
Пиздец, уже 40 минут, короче, без толку сидим. У нас 3, я же РСПД и дать, и все. Больше никого не надо. Вначале есть орк-конструктор. Я звездочку поставил, мне только там можно починиться. Сейчас говорю. А я снова скажу. Полский, приходи, тебя ждем. Полский. Пахайте, пока подождите. Женя. Давайте бахать все тут. Четвертая группа за квадратиком всегда в комнатах бегает. Третья группа за звездой. Под эту ласку там раздайте ментал вещи кого-то. Каску по крестам. Фласка есть кого на СПД? Каску дайте по крестам. Так, поклонские бафы и каски. Саня, три себе кулаки и кресты. Ку поставьте, пожалуйста, если есть у кого. Дайте каску вместо брата по крестам. Спасибо. Есть кого РДД фласк? Последний раз чекаю, будем начинать. Че, кралька, Димас, чего не хватает? Я все нормально. Все, давайте отбегаем, а то уже побежали за синим квадратом. Шестаю врубить. О, красава. Скоро мы сразимся с главарем этих изгнанных. Давайте тут стоим. Первый Макгрегор. Напоминаю, если страж бежит в рейд, вы его не бьете. Эти пока подсородки. Дейвол. Все равно уйдет и добьют. Следующий Макгрегор. Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Сразу забираешь. Куда забираешь? Следующий Макгрегор, второй поклонский. Поклонский слева. Скирует залей, ману хапало тряси. Поклонский слева. Следующий Макгрегор. Рейдом, кто забирает из вас? Я заберу. Сходи уже, значит, к нам. Справа Поклонский. Спереди Макгрегор, следующий. Да, не щадите их, бейте без промаха. Да, не есть. Макгрегор, еще. Придал. Это мой Тащи. Поклонский. Кригер, ты. Отлично. Кружочек. Давай звездопад. Чица не ссы. Открываем там, замедляйте и уходите оттуда. Ищем тяжелый щупальца, бьют РДД. Тут
Господи. Метка почему-то не ставится, не знаю, что-то с ДБМом или что. Сзади еще. Вот забежался. Блять, у меня отключено вообще ДБМ. Засыпайте яду. Подходите к порталам. Короче, у меня нету ДБМа. Если что, подсказывайте мне. Подходите к порталам сейчас. Давайте. Тресните, пожалуйста, стри. Скоро трясай его быстрее. Где-то справа. Порталы будут, заходим, ребята, заходим. Два свободных портала вижу. Как дела там? Один портал. Ну зайдите, кто-то, блядь. Шаман стоит. Рухи. Дал гим на хп. Бейте, чё? Бейте, все побежали. Не надо в портал кому-то заходить, да? Надо. Кто не зашел, скажите. Все большое бейте. Ты тут. Просто дебаф у меня. Сколько секунд до выхода? 24. Скажите на 12 секундах команду выходить. Только не торопитесь прям до 12. Входим. Порталам куда? Подходите. Да еще рано. 12. Подходите к порталам пока. Выходите. 8, 7, входим. 6, выходите. Недалеко от своих мест вставайте, ребята. До порталов 15 секунд. Нормально, здесь сейчас переведем. Дайте касочку по крестам прямо сейчас, кто-то тебе достанет. Подходите к своим местам, сейчас порталы будут. Боссы разлагающие. Дэшки стоим, бьем пока. Заходим. Нормально комната. Хильте главное, хиль себе друид. Ставим. Все, спасибо, мы переведем, большое. Готовьтесь. Мы переведем, готовьтесь. Большого нет. Убегаем, да? Куда да, до конца? К морде босса, к зубам подходите. Собирайтесь вместе. А в комнате остаемся. В моей команде, я скажу как, начнете смещаться к порталам. Смещайтесь прямо сейчас. У нас очень много урона, чтобы максимально быстро выйти. Так, смещаемся к порталам. Так, выходим, выходим, начинаем выходить. Доты дотикают, выходим. Все, мы перевели. В синий квадрат все встаем. Повернулись, босс, бьем. Давай рост. Давай гену прям сейчас. Рост. Все, бьем босса, стоим. У кого больше 40 здравомыслия, один касс, не отворачивайтесь. Все остальные, у кого мало здравомыслия, слушайте мою команду. Отвернулись. Отвернулись. Убирайте трэш. Повернулись, бьем. Трэш контролится вне рейда. Повернулись, бьем. Повернулись. Повернулись, бьем. Вот теперь. Поворачивайтесь, бьем. Рейда контроля. Отвернулись, у кого мало здравомысли. Вот здесь. Ну, разбьем. Блять, отдайте моба сюда. Отвернулись, отвернулись. Стоим, ждем. Вернулись. Вернулись, бьем. Рупец. Отбегай, отбегай от него. Тебе не надо бить его, тебе надо замедлять. Да я кидаю, да, замедляю. Отвернулись. Отвернулись. Повернулись, бьем. Дам прям войско. Зовите войско, ДК. Скажешь, как вернуть. Сейчас тоже там войско. Отвернулись. Ходи, Ферей. Отвернулись. Там ловушка, Слав, смотри, есть. Вернулись. Сейчас сало на нас. Блять, упал. Влево смести. Повернулись, бьем. Сова рейс не войдет. Отвернулись. Вернулись, кома, убьем. Вышли, дайте там фростнову, фир туда, в толпу. Все, добили. Биваем. И добиваем. Убивайте.
Молодцы, давайте сразу с ролла башки начнем. Резайте Войда и Шурупца. Сразу башку рубим. Древнего бога. Слезы давайте сделаем сейчас, охуенно соберемся. Только ботинки топовые за ХБ. Кто собирает? Они даже лучше моих. Не надо ФБ. Ой, трясусь. Все, давай, слушайте внимательно. Башку кидаю сейчас, ролите все. Это брат. Спасибо. Но лучше бы это на пристав шло. Польте пояс кожаный. Самые вкусняшки разорвали. ТЦ. Сотка. Поспоришь. Надо ФБ боты. Забирайте. Покер. А да, кстати, Шанан два раза кинул. Ну переролите, киньте. Если ты частный человек, я на самом деле два раза кинул. Брайт пусть переролит. Интересно, он собирает до ФБ? Ролите палец мелик. Чё до ФБ? На Энха возьми. Это сори, передашь ему Ване. Кровь Мелеки тоже забирать. И ханты. Так, паладин, жрец, черный книжник. Кумонская ворота. Куда порт, он напомнил. Короче, я вам предлагаю сейчас оставшихся Астроклюва и Игниса добить, при этом с колочкой будут, а потом уже отдельным рейдом на Алгалона. А сейчас лучше на Астроклюва бить. А чё сейчас не перебрали? Уже записали. Нет. Завершено. Блядь. Запуск. Дорогие друзья, давайте быстрее, пожалуйста, я ставлю шкаф, можно присумониться и сделать все намного быстрее. Так час еще не включился таймер, или включился? С вами. Нет. Таймер включается, когда его бить начинаешь, по-моему. Для блага вселенной эту планету не отдать. Да нет, надо, мне кажется, реально уже убить. Надо просто перебрать рейд, собрать хилов штук 5-6. И охуенно закинуть это дело. Я говорю, сейчас мы идем на двух боссов, я подаю ЕП всему рейду. И потом за Алгалона отдельно и после делаем бессмертие. В смысле, перебираю. После этих двух боссов прям сейчас будем делать? Нет, мы сейчас идем на Астрокрылы и Игниса. Не-не, я говорю, после Игниса и Астрокрылы сегодня будем собираться на Алгалона, да? Да, конечно, чё. Там еще Астрокрылая жива? Ну пошли тогда двух, убьем ЕП, потом отдельно ЕП. Да, сейчас двух боссов убиваем, я ЕП накидываю, кому нахер это там босс Алгалон не нужен и так далее, вы уходите. Мы делаем на Алгалоне без смертей, все четко, это дополнительное ИП. 4000. Или мы вас кикаем, ебать. 4000, если мы делаем слезы сейчас. Ну если кто-то рашит, то ему 4000 ИП. Да, пошли заблигивать. Немного просадит по ПРу. Нет, так сказать, прикинь, за 4000 кидаешь, а вот проще люду с гильдии, туда 2000 залив и за возврат получаешь. Смотри, в голову все упираются, лол. Такие дела. Или бы 3 дня. Короче, портал. Гигантская кузня, по-моему. Так, вот в идеале подошел. Став шкаф. Блин, все. А ты видишь голову? Нет, я не вижу голову, я вижу, как в нее упирается. Ты тоже любишь упираться в голову? Ага. Это что мы здесь делаем? Ничего? Я просто зергаем. Параллельно пожарим, сколько вылезет мобов.
Ну все тогда. Цикливаться на этом не будем. Крисия, жрец ПД, Доти. Консура есть у тебя в игру? Сова. Тишка, брат. Не, походу только сова у него. Короче. Так, а есть у кого-то хп-прист? Еще один хил нужно на всякий случай был начинать. Это Макгрегор, спек не с танка, нужно отойти минут на 5, пока постою тут. Потанчи. Окей. Так, у нас при танка будет Поклонский, Макгрегор и Шурупец. Тарим дворфов. Бля, всех, ой, убиваем всех, кроме стражей. Так, Трисия хил, жрец ПД, Доти ДЦ. Кто может в хаприста спекнуться еще? Фолкер, Кригер, ребята, есть у кого-то хаприст? Да, сейчас спекнусь. Че там, то есть два босса без Алгалона, да? Да, еще два босса и все. И я по ночи связу Ольгу. А на X5 трэша меньше стоит? Или он так же стоит, только какой-то ватный сервер этом? Там на X5 всех боссов собирают, солят в одну кучу, дают рост, убивают. Все. Давайте боссы запускаем. Мы на Алгалона потом пойдем? Это правильно сказано, но там попроще, чем тут. Именно касаемо трэша, там же меньше трэша, да? Или... Ну, я был там год, сколько, года полтора назад, да, там попроще. Ну как, трэш тоже, но ничего не делает, по сути. Как там сейчас, я не знаю. Ну, вообще сервер попроще, чем здесь. Так, короче, стражи подбивают Ментал, ой, Джериан, Димасты и Квадропедра. Покер, если что, ты на подстраховке. Фолкер, слышишь, ты на подстраховке, если че. Великий, сразу в трэш не вливаетесь, ждете, пока танки заберут. Поклонский, ты отводишь в сторонку. Макгрегор, Шурупец, танчите весь остальной трэш. Стражи Поклонский забирает на себя. Каюра, хильте. Да. Стражи не бейте. Вы отводи в сторонку, Поклоныч. Не бейте, стражи, не бейте, чивку делаем. До 100 тысяч подбивайте, тут все больше не надо, ниже не отпускайте. А они каждый раз появляются? Нет, это рандомное. Маги, дайте овцу по стражу. По звездочку. Кидайте овцу, пока не отхили. О, все отлично. Там один протопал подобьет. Вот три стража. Трогайте их. Взять весь остальной трэш. Еще один страж. Подбивайте ШП без дот. Все ШПшки подбивают. До 100 тысяч. Так, Юр, на пушке понимаешь? Вообще, да. Не бейте стража, не надо. До 70 тысяч вы сейчас слили и нормально хватит. Окей, вперед, два танка. Сколько их надо? Сколько вылезет? Точек 6-8 нормально. Это накопительное чело. Так, на пушку никто не жмет. Подбивайте скорее. До 70 тысяч весь трэш. 70 тысяч весь трэш подбивайте. Тихоньку веди к морде, я запускаю пушку, тыкните на пушку, кто-то там, Real Pride, брат. Ладно, я уже сам нажал. Массы никто не бьет. Можете в хвост боссу встать, бейте все босс. Не надо, не давайте. До 10 тысяч сейчас мобов подбивайте, точечно. Массы никто не бьет, это очень встаньте важно. Встаньте лучше под лицо все. Лицо встаньте и массы не бейте, ребят. Очень сильно масса летит. Подбивайте все шипешки, без дот пыток. До 10 тысяч. Босс объем, да? Да. Босс. Стоп. Все, хватит, там будет все. Гнул в сторону. Ничего страшного. Идем?
Не, не убивайте. Не убивайте их, не надо. Он сказал, хильте очень хорошо. Весь остальной трэш сливаем. Вот этот вышел, его сливаете. Массы прям туда заливайте. Отдохните. Дайте гимн на ману. Читаю гимн на ману. ЖСП доставь, потом прилива ману. Давай. Аккуратно играйте. До 70 тысяч, пока они тут стоят. До 50, ладно. У нас еще полно. В лужах не стоять, крайне важно. Весь этот трэш сливаем. Метки поставил, сливаем. Так, Макгрегор, иди и забери с Поклонского пару стражей, короче, таунтами на себя, чтобы ему полегче было. Все, шурупец, ты один, у нас остаешься на всем левом трэше. Плачет на мужика проверочка. Нужно все оттанчить. Еще две пушечки у нас. Убивайте сейчас шипашки до 70, примерно до 60 тысяч. Че, запускай пушку? Да-да-да, запускай, конечно. Все, сейчас вот этот трэш последний. Сливаем весь. Два часовых. Отлично. Давайте максимально быстро в него сыграли. До 30 тысяч тут подбивайте. Больше не опускайте, ниже не надо. Стреляйте из правой пушки. Да-да-да, я стреляю. Распанк, нажми на пушку там, нажми. Правильно шел. Ага, все отлично. Все. Стоим все под мордой. Бейте рост, бейте босса. Стоим все под мордой. Под морду, братцы. Да, синий квадратик поставил. Босса, будьте столь себе. Синий квадратик поставил, ребят. Все ко мне. Милики массы не бейте. В каком случае? Милики не бейте! ГЦ. Добивайте босс. Тебе сколько осталось, Синси? Ты уже давно взял точил. А тебе десятки, а? Что-то сбоку не помогрился. Кро, какое кро. Можно базарить в рейде, но огромно держать дом игры. Ага. Рефридом на Макгрегора и пойдемте трошить. Еще осколок, да. Давайте резче, побежали, время идет. Сколько у тебя осколков еще осталось? Пацаны, зацените пулемет по приколу его. Пулемет. Нас не убит. Класс. Жаль, одеть не могу. Вместо меча было бы заебись. Слушайте, на X5 этот, вальки призывают мобов этих? Не, когда я играл, не призывали. Забери. Тирай. Там Макгрегор и Шурупец танчит, и Поклонский. Весь трэш. Двух мобов добьем. Ваня, дашь нам по-братски ставим. Сотню давай ставим. Сейчас очень много паладинов. Смотрите, ребята. Сейчас будут два моба справа. Во время каста у них паладина можете дать точечный стан. И вихря этого позорного не будет. Он еще дашь стан квадрат. Так, три сеты ставим, дашь кушку. Не ловите ветер! Эти все квадратик.
Макгрегор, иди, вот в глубе стоит, забираю. Ваня промазал, ну что такое? Перепил. Ты же меня рвачкой отхожу. Патлонский, иди вперед, забирай четырех мобов, своди вместе. Хантер, о, этот, Джаспанк и Хант на пулевоте на поклоныч. Не бейте пока. Он соберет, напулит и будем массу заливать. Пики. Давайте заливаем массу. Славик тут, подходи к боссу, поближе, только не агри. Поклонский, ты будешь на трэши. Стопишь их, заведешь в озеро. Вас ты подобьешь их, окей? Двух мобов расколотых в озере там. Вас ты тут, Джерин? Я, да, чё? Пьешь там двух мобов в озере расколотых? Да. Как она АФК прям сходу. Славик, иди забирай, босс. Может, в одного танка? Ну а тут Поклонский весь трэш левый протанчит. Чем он наверняка пристал? Киль Славик. Танчит Слава и Поклонский. В этой большой луже не стоим, Велики. Уходим, босса отводи. Выводи. Таня, МС-ку там кинешь. Стоп-каст, стоп-каст. А он не стопается. Так, Айюна хильте. Айюна. Угу. Кош взяла Максимуса, по-моему, или че? А, нет, Аюну. Аюну хильте. Аюна, блин, делай туда. Ты сейчас заводи в лужу, растапливай. Поклонского хильте. Конскюрят сала. Ты там, по-моему, сам можешь хилиться. Прожми, ты побил какую-то. Стоп-каст, стоп-каст. Стоим. Она не сбивает каст, она подкидывает тупо. Да, подождите, босса не бейте, сейчас расколет он. Подождите, не бейте, не бейте. Раскалывай их. Бейте, не бейте босса. Заводи в эту лужу позорную. Не раскол. Бьем? Все, один. Все, да, добивайте. Все, добивайте. Так, а кто может еще отличие, а то у меня тут спор этот назревает с моим друганом. Я хотел бы его положить на лопатки, привести факты. Трэш на X5, что он там, что он делает, не делает по сравнению с нашим, чтобы я его просто разъебал. Я играл там года полтора назад или два. Что там сейчас, я не знаю. Полтора года назад там трэш не делал ничего. ЦЛК или в этом году? ЦЛК, ЦЛК, да. Кому надо? Не знаю, мутантов скажет, что там одни манекены стоят. Нет, там не манекены, но попроще. Там с Валик сейвятся до сих пор, по-моему, все подряд. Головки не изжёг. Кидало. Запястье какая-то чужая. Синдрагос с балкона бить можно было, когда я играл. Ну, в смысле, с другого конца платформы. Сейчас на Аголона подходите. Сейчас я аддон поставлю, скажу ник, с рейда выходите, и по вам начисляю точечно. Все, и спасибо за рейд. Остальные, кто хочет, пойдемте на Аголона.
4000 ЕП, если сейчас убиваем бессмертий. Какой код? 4 или 5000. Строить вы кому пацан? Куда? Бейте, там, бейте, бейте его. Сейчас уб... А куда ты? Кого он не убьет, вы просто бейте его. Портал в вестибюле, по-моему. Не, тут лучше портаться в обвалившей из галереи. Это лучше в обвалившейся галерее, что правильно. Брат, а. Я точно не знаю, куда там папки кожаные делись. Так, Актул, Галы, Ирина, телепортируйся, Баларан, все базарь. Только пока с рейда не выходи. Хотя лидера передал, сейчас перезайду на ПТ. А, я этому конскьюр это дал, друиду вспомнил. Хотя дом найти не могу, кошмар. Слышишь, что а такое? Это долго вообще вот сейчас вот это вот все будет? Сколько оно у нас времени займет? До 10 минут? 8 минут. Ну плюс пока я тут ЕП сейчас начисляю точечно. Просто сейчас лишних всех покиков и начнем. Так. Сколько ты по сейчас будешь давать? Сколько я там? 5000 писал, по-моему, да? В самом начале. Короче, я не хочу рофлить, я забыл, как ИП начислять. Сука. Что, накинуть? Да, вот Актул Галы, накинь, пожалуйста, 5000. Так, все, я сразу выкидываю, исключить. Там за минуту 3500, если чё, вам не 5. Чё? Говорю, за ульду 3500, а не 5. У нас уже новые тарифы пошли. К тому же он не убивал алгавонов, и не так дал. У нас еще растанки новые, Олег, что? Там, короче, смотри, 2500 за ульду, фулл, да. За ачивы идет 500 за орбитафию, 500 за пожарного, 500 за плюс 0, 500 за... что еще, блядь? А, косарь за слезы, все, вот еще плюс 2500. Все, я понял, начисли это до 3000. Так две отнять или что? Да, две отними и все. Так, кто... Повторим ХМ, что там сложного, там ничего сложного. Он на этом боссе первый раз. Просто ТП в Даларан делайте и пишите я оф там и так далее. Потому что если вы сейчас умираете, получаете 100 ГП. Кто ГП фармить не хочет? 100. Че 100, давай 500. Да много. Фейл, я тут первый раз. Какой у тебя ник? Максимус, да. Сейчас ЕП начисли, Славик, начисляй. Что-то телепортируйся. Трёшку даем, да? Да, 3000, ага. Я роял, да, не возьму, он, по-моему, умирал на слезах не раз. Так, Димас, помоги, и кого еще мы убираем? Аюна, наверное. Тактику знаешь, нет? Первый раз тебя вижу.
Кралька тактику не знает. Знаю. Она нормальная. Знаю. Слышишь, я на слезах не умирал, блин. Не надо догонять. Так, Максимус, кто еще тактику не знает, кто не будет ГП получать не хочет. Плюсуйте в рейд, ЕП вам начислим и телепортируйтесь за Варан. Так, он летаем, уверен. Джаспанк, тактику знаешь, бывал тут? Рок. Да, и мы. Возьми Роял Дом, нормально. Ну смотри, по твою ответственность взял, поставьте шкаф. Где же стоит? Тыкните на сум. Так, ни к чем шурупец. Вот вас не уверен. Пойдете в Долоран или нет? Так, ни к чем, окей. Кто у нас тут еще в идеале? Пеппер, также господин Игорь Трисия. Ну что, все, таким составом пойдем. Сейчас смотрите, слушайте внимательно. Сейчас по хилам определимся, расскажу вкратце, что будем делать. Так, Волкер, может ты в Долоранчик пойдешь? Знаешь тактику сюда? Там Алпич плюсовал, он знает там что-то. Алпич такой вот. Вижу. Кто танки? Все сейчас объясню. Так, внимательно слушайте. Танчит Войд, Поклонская. Предлагаю в три. Так, у нас будет... А чё, не затанчите вдвоем, ну, что ли? Ну смотри, мы на боссе с Макгрегором, а Поклонский всегда за звездями. Он их один позакрывает нормально. И никто не сдохнет от них, никакой хил. А так я не уверен. Сейчас смотрите, тогда будет три танка, Войд и Макгрегор. Так, Поклонская, ты на созвездиях постоянно. Не-не-не. Войд и Поклонская на боссе, Макгрегор, ты на созвездиях. Смотри, Макгрегор, короче, не затупи. Твоя задача, самая основная... Спускается три созвездия, запоминай, созвездия, они в небе там появляются, по моей команде увидишь их там. Твоя задача, как они спустились, согреть одну штучку на себя и черную дыру закрыть. Все, остается у нас два созвездия. Войд забираешь одно созвездие и Поклонский забираешь одно созвездие. Я сейчас на вас метки поставлю. Добро. Вот, на трех созвездиях, короче, будут такие метки. Каждый танк забирает по одному. Все, Макгрегор, созвездие только спустилось, ты в черную дыру завел и дальше стоишь, короче, босса лупасишь. Пекайся в ДД, тут танк не нужен нахер. Все нормально будет и так. Далее, короче, смотрите, суровый удар начинается, танки, это вам объясняю, что сейчас делать. Суровый удар начинается, вы все созвездия забираете на себя и подводите под босса. Так, Славик, смотри, не бойся босса отводить от этих, от звезд, от живых. Если видишь, там в меликах живая звезда, хоп, отвел туда к стенке подальше, где, короче, нету, чтобы мелики не задевали массой. Звездочки эти, понял? Живые созвездия называются. Вот, на созвездия вообще насрать, они там ничего не делают. Мало очень урона наносят. Короче, теперь по хилам. Так, через ПД будет Ршам. Карку сюда уберу. Трисия, Пеппер, 2 хэпала. Так. Дотти ДЦ. Пятая группа у нас хилы. Так, Поклонская, смотри. А, нет, отставить. Будем играть без сакры тогда. Да давай в три, чё ты паришься? Нафиг надо, давай перестрахуемся. Тут надо без смертей. Я не понимаю, чё вам мешает вдвоем по одному созвездию на себя забрать? Сложно, что ли? Ты тогда скажи, кто будет оставаться на суровых ударах. Я сейчас все объясню, я поэтому и делаю тут два танка. Смотрите, Войд танчит первый, набирает 4 стака, Поклонский забираешь ты на себя. Потом будет, короче, скорее всего, суровый удар Поклонский, когда ты будешь танчить. Поэтому Войд тебе кидает дотти зубы перед тем, как зайти в портал. Все хилы заходят на середине каста, в черную дыру. Дотти кидаешь зубы на Войда, если понял, ставь плюс в чат. А Поклонский ты прожимаешь божественная защита на 50% срез урон. Все, это на первый суровый удар. На второй суровый удар Войд прожимает незыблемость плюс все дефобилки, которые имеются. На первый суровый удар, ты, Славик, тоже, кстати, кровавый вот жмешь. Вот на второй суровый удар у Поклонского срабатывает ревностный. Ты там ничего поклоночь не жмешь.
А у Вайда, Вой, ты прожимаешь незабываемость. Все, это по двум танкам. А теперь зубы катятся там. На третий не факт, не факт. Ты, да, не откатится. Ты там... Славик, ты не умрешь, на тебе будет незыблемость, плюс, короче, руна крови, то есть как... На третий. До третьего не будет, не должно уверен, быть. Всегда у нас есть. Всегда, сколько так. Захожу, всегда он есть. Так, ладно, Макгрегор, короче, спекайся в танка. Грег, спекайся в танка, на третий суровый удар, если будет, заберешь босса на себя, прожмешь незыблемость плюс все дефобилки. Все, там ничего сложного нет. А я тоже бегаю в эту залупу, да? Первые два бегаешь. Да, да, да. Первые два раза ты в черные порталы заходишь. Два созвездия будут на танках. Ребята, сейчас смотрите. Я созвездие завожу, короче. Ну, да, 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 да. Первый будет суровый удар. Ты перед первым суровым ударом завел, короче, закрыл черную дыру. Потом будет второй суровый удар. Тоже, короче, закрываешь также в одном созвездии. Заводишь черную лужку. Так, теперь по хилам тряся кидаешь частицу на Вайда. Пеппер кидает на Поклоныча. Когда выходим из портала. Секунду. А выходим из порталов. Трисия и Доти, кидайте все моментальные хилки Вайда. Жрец ПД и Пеппер в поклон еще моментальные хилки. А скажи теперь, кто да. Отвечает за разбитие звезд? Один так, Дима. Я будут бить вдвоем. Дима и... Дудутипка. И Дудутипка, да. Вы, короче, вдвоем будете. Тебе помощника. На Джерриане тоже помощник. Так, Димас, ориентируешься по цели Дудутипки. Все, Дудутипка, ставь кружочек. Слышишь? Не надо два, я один все буду разбивать, это бред. Там куча долго. Долго будешь разбивать. Короче, Женек, возьми Ментала Джерриана в таргет и помогай ему, если что. Как бей босса. Все, расходитесь теперь вокруг босса. У стеночки. Боссом будут только два танка. Не агрит. Босса никто не агрит, очень важно. Подайте лапу, пожалуйста. Можете фласки выпить, это вот тоже очень хорошо будет. Ребята, смотрите, на 20% у Алгалона будет переходка. Все звезды, которые имеются, они пропадут и оставят после себя черные дыры. Но урона они не нанесут. Поэтому, соответственно, если вы рядом со звездой находитесь, вас засосет. Не стойте никогда на протяжении всего трая в звездах или рядом с ними. Поехали! Последний чек и будем начинать. Под боссом сейчас только подарка. Давай, может быть, освежишь в памяти, как в дырки-то заходить, и как это важно, что ваншотник. В середине каста. Не, никак не заходить. Дырки, смотрите, ребята, вы подходите по моей команде, подходите чуть поближе к дыркам, чтобы вас 100% засосало. По моей команде, я говорю, заходит рейд, вы заходите в центр черной дыры и стороны в стороны двигаетесь, пока вас туда не засосет. Двигайтесь, двигайтесь, засосало вас, хоп, вы выбежали в темном мире туда, где снаружи портала нету. И стоите, короче, ждете. На мобов там можете фир кинуть, дефобилку какую-нибудь, прожать маги, там щит на ману юзайте. Все, у нас все готовы, давай, Славик, начинай с ЛПшки. Все мелики, все РДД, пока стоим, ждем. А еще скажи, как не попасть во вторую эту дырку? Ну, типа, чтобы не было такой херни, что из мира в мир прыгаешь. Отошел оттуда, где ты зашел, понял? Короче, ага. ты когда заходишь в темный мир, ты должен видеть. Когда? По моей команде. Две секунды, Славик, готовься. Пока не бьем мелики. Хорошо. Давайте бьем. Давай рост. Ребята, бьем только точечно, это очень важно. Все играем в босса точечно. От кара бегаем подальше. Я буду все заучить. Ставь метку, Димас, и разбивай. Так, милики, ушли, отводи. Давай. Кара отбежали подальше. Убивается звезда. А. Дальше умрет. Все. А? Ты кара добью. С
смотрим Кара внимательно. Буду типка, помогай. Забирайте, забирайте. Подожди. Черную дыру закрыть. Черную дыру закрыть. Под боссом звезда. Под боссом звезда взрывается. Под боссом звезда. Оббежали, оббежали. Прямо рейд. Не бейте, что вы делаете? Да. Который разобьет звездочку. Взрывается. Кара. Дай сак. Взрывается звезда. Гимн отхил. Гимн отхил. Тоже спел. В чем? Живи там, пытайся. Так, суровый удар скоро будет. Подходим к черным дырам. Никто не заходит. Все созвездия на двух танках. Заходит рейд, заходит рейд. Теперь хилы пошли. Зубы дал. Блять, я шарю, я шарю. ГП 500. Захиливайте рейд. Че, упали? Какой упали? Хуярьте, блядь. Босса. Много ГП за смерть, я. Очень много. Глупый. Вот, следующий. Обстрел сдох почему-то. Забирайте танки. Созвездим себе. Кар отбегайте. Жду после кара разобью. Кресни меня, конфигурят. Кресни меня. Кильте Поклонского. Жду после кара разобью, отведите босса. Бля, мне маны конфигурят. Хапал Винору. Блин. Ты чё, упал? Блядь. Бейте нахуй, нахуй вы падаете, блядь. В смысле? Я почему он на меня пошел? Чё, на тебе стаков нет или чё там? Подходите к дыркам, сейчас будет суровый, подходите. Нет, сначала кара, потом суровый сразу. Разбежали и в дыры заходите, сейчас. Блядь, чего дырки закрыли? Ну это пиздец. Там просто дырки закрыли, перед тем как зайти. Короче, это пиздец. Не так это все делается, не такая тактика, блядь, все неправильно. Че, кому ГП давать? Бань, на тебе созвездие, блядь. Я только не знаю, почему на тебе. Созвездие? Это вроде меня суровый игру. Не, оно, короче, закрылось, я посмотрел, и созвездие было на тебе. Да я упал, потому что с меня вверх на войне уже. Короче, слишком быстро появляются эти мобы для того, чтобы... У нас ДПСа мало, чтобы зергать, как ты говоришь, по такой тактике. Тут не получится зергать, не зергать. Тут все одно и то же будет. В любом случае будет два суровых, минимум. Да третий тоже будет. Третьего не будет. Если все грамотно, четко делать. Если бы не было, если все нормально. Короче, сейчас последний трой даем. Не убиваем, не убиваем. Блин, все. Епа начитаем. Этим ГП начитать не будем. Хз. Вот люди говорят, там закрываются дырки, блядь. И все упали. Вы сейчас смогли добить. Почему они закрылись, блядь? Потому что звезды эти живые, надо заводить дырки, блядь. Для этого это придумана вся механика. Дырки, не во время шкаста, когда. Не во время шкаста, когда все идут. Так до этого заводится и после. Это уже оговаривалось, мы уже на этом вайпались. Звезды 4, а созвездия 3 появляются. И так появляются друг за другом они. Помните раз и навсегда, после каждого сурового удара все имеющиеся созвездия вы должны завести в черные дыры. После каждого сурового. Потому что появится еще 4 новые звезды, это плюсом еще 4 портала. Это очень много. Черные порталы закрываются только благодаря созвездиям. Короче, они заводятся все. На первые 4 дыры разбились, они 3 заводятся сразу. Я с этим заливину, почему он не бежит? Пусть валяется.
И в один портал спокойно рейд заходит. Ты за сколько ему ГП, блядь? Спасибо же. Это же все, все упали. Какой ГП? Кипеть. Прилюд, вставай. Короче, я сейчас на трае буду молчать, говорит один Джерин, когда взрывает. Я буду хилить, стараться. Прилюд, вставай. Бахайте так. Нивак. Я кресты раздам, Саня, тряси. Милики, я напоминаю, вы точечно играете. Рыбку еще поставьте, рыбку. И начинать. Я не трай нормально, даем хороший. Да не должно быть созвездий просто. Что вы, блядь, про созвездия пишете? Их просто по тактике, по нормальному, не за... их не оставляют никогда. Не маринуют их здесь. Да то, что были, это потому, что вы их не стали заводить. Они заводятся сразу, как появляются. 4 дыры, 3 созвездия. Завелись, одна дыра осталась. На втором суровом будет 2 или 3 дыры. Даже если все созвездия заводить, а их надо заводить, блядь. Смотри, у тебя остается один портал, ты говоришь, да? Угу. И у него все заходят. В принципе. Ну можно, в принципе, попробовать. Да это официальная тактика, она. Блять, мы 10 тысяч раз вайпаемся здесь, только из-за этого. Давайте так и попробуем. Что... Мы ни разу еще не пробовали так делать. Короче, сейчас до сурового удара должно остаться только одна черная дыра. Все три созвездия, короче, вы заводите. Дима, тебе установка разбить 4 звезды до каждого сурового. Все, последний чек. Давай, Макгрегор, ты на боссе потанчишь, я позавожу созвездия. Слышишь? Иди, начинай. Хорошо. Интеллект по рейду. Подождите, подождите. Два мага, не бафует интеллект. Два мага, что вы делаете в это время? Подходите. Подходите к боссу, там никчем, кто-то еще вары. Бафайте инту. Слава, танчик как обычно, все нормально будет. Все, давай, там, начинаем. Там, по-моему, интернет немножко мертвый. У кого? Интернет немножко мертвый. У кого? Там на свой канал. Блять, у кого интерлюд? Заливен мертв. А, ты? Да я похеру. Вообще насрать. Слава, иди начинай. Да пусть Макгрегор, я заведу звезды нормально. Доти, тогда кидаешь зубы на Макгрегора. Все, давай, Макгрегор, начинай с ЛБшки. Тогда на первой суровой остаюсь, да? Да, тебе зубы дают. Саня, частицу нам. Давай, рост. Кровь и кровоотвод, да. С меня кто частицу Макгрегора повешите. Так, секунду. Смотрите на ноги. Великий. Надо добивать. Осторожно. Можешь еще разбить одну. Раз, давай, давай, разбивай, разбивай не больше. Там внимательно подальше отбегаем. Еще одну. Подожди, подожди. Кинул. 4 стака. Трэп клонс. Че разбил все 4. Сейчас созвездие спустится и закрывайте. Все созвездия, что пропали. Кара. Подальше двигаем. Че одно созвездие заведи. Сейчас я заведу. Давай. Идем к черным дырам. Подходите к черным дырам скорее, к одной единственной. Заходим, заходим. И рейд заходит. Побежали к стенке. Идеально. Да. Бегам. От кары подальше.
Японский брат, забери, пожалуйста. А, не, все нормально. Разбить. Тот еще звезда разобьется, да. Звезда. Ты юна? Хуй, ты разбил. Сгилел. Ты понимаешь, я вам подскажу. Хуёво звезды разбиваешь, очень. Если хуёво, я тебе сказал, разобьется звезда, что тебе не нравится? То, что ты не можешь зафилить, это меня. Я одновременно лопнул. Ну так я одну бью, я не знаю, кто бьет другую. Никто, у них самих хп падает. Да. Опа. Хуёво бьёшь. Так, под ноги смотрим. Да, сейчас упадет. Еще одна звезда. Захилим, прийти тебя. Комску хили. Суровый чистец. Сначала будет. Остается. Ребята, сначала будет кара. Захили вам рейд. Что будет кара? Мне прыгать. Да, сейчас суровый. Заходим. Заходим. Заходим, заходим, все равно суровый идет. Танчи. Блять, вот ты не зашел. Чё там? Забрал. Блять. Пора выдвигать. Так, ставь тотем прилива маны, дуду типка читай гимн на ману. Сейчас, набьем, может. Сейчас, короче, объясню, в чем проблема. Блять, в разбитии звезды? Ну, я объясню, почему. Засвечить между собой таргеты. Четыре звезды появилось, смотри. Побил одну, вторую. Смотри, смотри, вот это вот все залупа. Вот смотрите, пока этот лут появляется, смотрите. Почему Джерри он говорит, я типа один побью? Это хуйня, хуйня. Почему? Потому что каждую секунду все 4 звезды теряют по проценту хп своего. Почему я говорю 2 человека на звезду, на разбитие? 2, да даже 3 надо в 25-ке, блять. Потому что быстро надо разбить одну, вторую, третью, четвертую звезды, блять. Если вы их, сука, долго бьете, вот так, один человек, блять, не разобьет быстро. И вот будет такая хуйня, там, дотка где-то задела, вихрь задел, блять. И 4 или 2 взрываются вместе, или 3 взрываются вместе, вы вайпаете. Короче, смотри, я тебе сейчас объясню, когда я за шипы подбиваю, когда за шипы подбиваю, мы в прошлый раз, на, не помню, когда пуга рейдом делали. Блять, все идеально было, одна смерть была, мы пуга рейдом чуть слезы не сделали на этой неделе. Смотрите, я как делаю за шипы. 4 звезды появляются, я ставлю метку, кидаю палец, боль, до середины хп довожу. И тут же переключаюсь уже во вторую звезду, ебать. Я не жду пока, короче, ну вы поняли смысл? То есть я две звезды сразу практически до половины хп довожу. И после кары мне там остается 4 секунды при на добитие. Все, идеальная тактика. Ты, понятно, там одну звезду подбил, ждешь, стоишь, пока кара разобьется и так далее. Это вообще полная залупа. И втроем можно криво разбивать. Драгма за ханта вообще в соло эти звезды все разбивал. Идеально, блядь, все было, там просто дауны не могли от кары отбежать. Самое главное тут это свечиться между звездами. А не тупо в одну звезду долбиться там и ждать, пока кара пропадет. Я видел, Дима, вообще в идеале тут за ШП, когда звезды подбиваешь, надо в центре стоять. Максимально камеру там назад открутить. Чтобы видеть, где тут звездочки по всей комнате расположены. Они же бегают, тоже ходить. Ты сказал, что я это все делаю, но что я сделаю, если там роял задел звезду, еще кто-то накидал этой всей хуеты. Там всех звездок было по 38 тысяч хп. А, кстати, давайте мы это проверим. Вот живая что звезда. Было? Живая звезда в рекаунте. Покажите, кто вообще по ним дамажил. Полный урон. Какой-то милик там больше 40 тысяч ебанул, можно ГП смотреть. Ну, роял 62 тысячи, нахуй. Пацан не может контролировать свой выхер, свое ОЕ, о чем мне сделать? Ну, вот я про что и говорю, нахуя вот это вот надо? Я же говорил, роял, да не надо в рейд брать. Ну просто не сказали об этом сейчас перед началом трая. Господи, это знал. Звезды появляются, кидаются милика и две звезды после кары умирают. Вот сейчас сорвалось типа две звезды, ну типа была кара и две звезды хлопнула, я не знаю, какого хуя.
Это сколько там ИП за ульду? 2000. Сколько? 2000. Это так же, как и Актул Голы получила? Да-да-да. Ну, вы же сами сказали, 3000 написано у нас в этом в рейде. Поменяли ГП или что там? Ой, ЕП или что? Я не в курсе просто. Раньше, по-моему, по 4, по 5 давали. Там 2500 вообще.